Международная общественность в очередной раз проинформировали о преступлениях, совершенных на освобожденных территориях Азербайджана. Выступая с трибуны ООН на заседании высокого уровня Генассамблеи по реализации новой программы развития городов и градостроительства, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев отметил, что за время оккупации на азербайджанских территориях были совершены урбициды и экоциды. В мероприятии приняли участие лидеры и члены правительства государств-членов ООН. Анар Гулиев обратил внимание мировой общественности и на то, что территории Азербайджана были заминированы, а отсутствие точных карт – одна из причин, тормозящих возвращение азербайджанцев на родные земли.